Сегодня у нас проходит оценка Дню Семьи под названием «Цветущий город». И для открытия, чтобы открыть этот праздник, мы предоставляем слово главе управы района Некрасовка Сергею Викторовичу Мамонтову. Добрый день, уважаемые гости, уважаемые некрасовцы. Конечно же, нам хочется, чтобы тоже присоединиться к празднику Всемирному День Семьи. Хочется сказать, что за последние годы в Некрасовке построено более 1 000 000 квадратных метров жилья. Построено 5 школ. Построено 5 детских садов. На Любелецких полях еще вот-вот сдадутся еще детские сады и школы. Ну и, конечно, это социальные объекты, которые необходимы для нашей жизни. Жизнь продолжается. И, конечно, хочется, чтобы в нашем районе были свои традиции. Вот к одной из таких традиций как раз мы сегодня совместно с Дельта кредитным банком ипотечным хотим создать такую традицию. Ежегодно, день семьи, это как раз весна. Мы будем высаживать деревья. Тот оазис, который необходим нашим жителям в своих дворах, чтобы была зелень. Чтобы было место, где им отдыхать, где гулять со своими детьми. Конечно же, озеленение – это одна из программ нашего мэра Собянина Сергея Семеновича. И вы сегодня видите, в Москве сажают сады, восстанавливаются необходимые, строятся новые парки, конечно же, бульвары. Что это такое бульвар? Это зеленая зона на территории города, городской центр. И, конечно же, хочется сказать, что если брать историю, что первоначально в России эти слова благоустройства, бульварная зона, появились в 18 веке. Реально, они появились еще, когда ученики Аристотеля занимались благоустройством и озеленением различных зон песчаной пустыни. Это был 3-й век до нашей. Конечно, если возвращаясь обратно к нам, то хочется сказать, что мы сегодня с вами делаем тот необходимый шаг, который нам нужно совершить. Говорят, что каждый мужчина должен посвятить этому. Мне хочется сказать, что каждый человек должен посвятить этому. Пусть там семья должна построить свой дом, и, конечно же, вырастить ребенка. Вот один из таких шагов сегодня мы с вами совершаем. Ну а самый главный шаг, мне хочется сказать, что мы совершаем, я думаю, шаг по направлению друг к другу. Мы сегодня закладываем тот первый камешек нашей дружбы между районом Некрасовка, между нашими жителями и, конечно же, ипотечным банком для кредита. Здоровья вам, благополучия, исполнения всех ваших желаний. И нам бы очень хотелось, чтобы кто сегодня посадит деревья, кустарник, естественно, возвращались к нам в район и смотрели, как растут их деревья, как крепнет их семья на нашей территории. Разрешите мне от имени молодежи Юго-Востока, от имени молодых и не очень семей Юго-Востока поприветствовать вас, жители, гости прекрасного района, самого активного, динамично развивающегося района Некрасовка. И, безусловно, поздравить с праздником, с Международным днем семьи. Разрешите мне поблагодарить, уважаемые жители, вашего главу Сергея Викторовича Мамонтова за активную поддержку молодежных, семейных и общественных инициатив. Разрешите поблагодарить господина Озерова, его в лице Дельта Кредит Банк, за то, что они очень активно вписываются и работают в социальной политике и Москвы, и округа, и вашего района. Ну а всех вас, уважаемые жители, я благодарю за то, что вы понимаете и поддерживаете все те усилия, которые сегодня московские, окружные и районные власти прикладывают к тому, чтобы ваша жизнь была хорошей, красивой, счастливой. С праздником! Доброе утро всем! Сегодня очень хороший, светлый праздник, семейный. Я вижу здесь очень много семей с детьми, которые пришли вместе с нами посадить этот сад.
Давайте вместе сделаем этот район более красивым, потому что сейчас он очень чистый, уютный. Но и посадим эти каштаны, сирень, чтобы всем было здесь уютно жить. С праздником вас! Я хотел бы несколько слов сказать. Значит, лунки, вычерить, деревья рядом находятся. Предварительно необходимо взять ведро от насосерна, налить воды в лунку, затем сажаете дерево, вокруг засыпаете землей по травовую ее и еще раз проливаете. Технологию надо соблюдать, правда? То же самое касается и семьи. Кто хочет семьи, значит семьями. Наши школьники тоже вам подойдут, будут вам помогать. Удачи вам!